О, ребят, только покормил я Олежку, ведь два штуки с ОПГ пришло. Вот один. И там возле быка, вон за быком второй пошел. Где-то его. Вон, если увидите далеко. Где-то его под... А, вон он. Хорошо, что он не вышел, да? Ну, Олежка наш красавец. Он сразу же занял глухую оборону. Вон он, наш красавчик. Он сразу же спрятался от них. Сел в свой угол. И вон он умывается. Сразу же парень наш в глухую оборону. Умный мальчик. Минут пять назад он покушал. Я от всех вас ему купил огромный кусок мяса. Вот это вот остатки от него. Видео у меня есть. Это мясо от нас, от всех тайганутых. Как я и обещал многим. Обещание свое выполнил. Где они ушли? А ну все, они уходят. Ты говоришь, что они по ночам уходят, охотятся? Нет, вечером они вот так обход делают. Вон еще один ходит, смотри как. О, белый. Это львица, они там уходят. Где? Вот он, наш красавец. Он уходит, Леш. Все, он уже улегся. Ты так говоришь, пусть не уходит, как будто я ему сейчас скажу, и он меня послушает. Кто там, Олежка? Невесты идут, что ли? Самолет зашел. Ага. Давай, смотри, найдем Лешу с мамой. Ходит его, ищет по самолетам. Вот этот белый гаденыш. В один самолет зашел, Олежку посмотрел. Нет, во второй зашел. А второй и ушел. По той стороне ушел второй. Ну, главное, что ушел. Значит, все будет спокойно. Вон второй. Он выходит. Он пошел, пошел, пошел. Они его сейчас увидят. На свое место пошел. Все, он пошел спать у нас. Красавец наш. Не, нормально. Они его сейчас увидят. Тоже знает. Ага. Тоже надо свой нос засунуть. Бедный, бегай скорее. Смотри, что же оглядывается.
Нет, это вот его место, он здесь вот спит всегда. Женька ищут, надо же, да? Что, он на камне лежит? Да. Все, наелся, а пошел они спать. Зимой, Леша, они их загоняют вместе в загоны. Ну ладно, всем пока. Нам уже ехать, пора. Отпуск закончился, ничего не поделаешь.